Сегодня в полдень в районе остановки Дом печати в Чебоксарах возникла пробка из троллейбусов. В троллейбусном управлении сообщили, причина происшествия, задержавшего ненадолго чебоксарцев, то, что на одном из участков контактной сети в районе пригородного вокзала пропало напряжение. Несколько троллейбусов, за исключением гибридных моделей, дожидались аварийную бригаду. До 12:15 неполадки были устранены. Причины задержки движения транспорта сейчас выясняются.